Сегодня мы посмотрим, как работает Shadow Warrior 3 Definitive Edition на Xbox Series S. Недавно игру добавили в Game Pass. Интересно, что за игра. Посмотрим, как она работает, насколько оптимизирована. Весит игра 19 гигабайт. Давайте посмотрим. Я не играл ни в первую, ни в вторую, поэтому не скажу, что это за игра. Для меня это будет первый запуск. Проверим, что это такое. Так, окей. По-моему, это должен быть какой-то файтер, якобы похожий на Devil May Cry, что-то такое в этом стиле. Там под какую-то стилевую музычку рубить монстров. Так, окей. В игре поддерживается функция автосохранения. Так, понятно. Пустой слот. Новая игра. Стандартная игра. Выбери желаемый уровень сложности и пускайся проходить сюжетку. Сменить сложность можно в любой момент игры. Режим героя. Ты начнешь игру с одной жизнью. Нет, это нам, наверное, сразу не интересно. Нам интересно посмотреть саму игру. Давайте стандартную. Сложность средняя. Атаки и переключения. Используй комбинацию RT плюс RB, чтобы быстро переключаться между катаной и текущим оружием дальнего боя. Окей. Погнали. Работает игра в режиме Full HD 30 кадров в секунду. Очень плохо, кстати. Я бы, конечно, сделал для подобного рода игр хотя бы минимум 60 FPS. Я думаю, Xbox спокойно ее потянул бы, поэтому не знаю, почему разработчики не сделали. Вопрос остается открытым. Короче, ты пока не увидишь, не поймешь, так что я буду показывать на кулаках. Это я, Луан, знаю. На меня не очень похоже, но думаю, суть ясна. В общем, я спас долбанную вселенную от гибели. Понятно, да? Поверженная туша твоей эгоистической сестры лежит на полу. А этот мудак Зилла наконец оставил меня в покое. Лучше финала не придумаешь. Я надеялся на салют и шампанское. Возможно, даже на приглашение в Белый дом. Это безумный. Но вместо этого раскрываются врата царства теней и барабанная дробь. Оттуда вылетает дракон, которому, наверное, 10 тысяч лет. Чувак какой-то помешанный. Ух ты. Выглядит очень круто. Ходзи, ходзи. Эй, а ну заткнись. Заткнись ты, мать твою. Что, снести мой любимый ресторанчик с раменом? Было мало, да? Теперь ты его хочешь у меня отнять? Опять? Чего тебе еще от меня надо? Чего ты хочешь? Может, ты и мертв, приятель? Но ты не забыт. Никто тебя у меня не заберет. Какая-то маска. Особенно этот безрукий крокодил-мутант. Выглядит все максимально странно, ребят. Наркомания какой-то попахивает. Ну, за меня, за последнего в мире ниндзя, лучшего друга покойного бога хитрости, тупицу, который вызвал апокалипсис. Чувак начудил, короче, делов. О, Ходзи, ужасно такое говорить, но я рад, что ты мертв. Рад. Ты всего этого не увидел. У меня был один шанс. Один гребаный шанс, чтобы все исправить. И я обосрался. Это классика, чувак. 3 месяца назад. Ничего себе. Эпично, выглядит очень эпично. Так, ну давай. Поехали. Это чешуйчатой гниди уже давно пора умереть. В принципе, управление очень плавное, я бы не... Ой-ой-ой, я уже упал, да? Так, окей. Управление очень плавное, в принципе, я не скажу, что здесь неудобно играть в него. Здесь удобные 30 FPS, которые, в принципе, комфортно играются. Так, чтобы прыгнуть. А, поехали. Двойной прыжок, есть. Так, давай. Что это такое? Ага, нажми...
РБ, чтобы уничтожить катаны и демонический плющ. Давай. Зовите меня Эдвард Руки Катаны. Окей, ух ты, бандит. Это у нас пистолет. Так, РТ, чтобы выстрелить. Понятно. Прикольно. Опа. Какие-то зомби. Самурай. Шогаи. Давай. Музыка такая прикольная играет. О, она прям приятно рубит. То есть ты прям играешь. И супер приятное управление. Наверное, 60 FPS все-таки было бы поприятнее, но 30 тоже, я вам скажу, неплохо играется. Так. Что это? А, это здоровье. Победите дракона. Оп. Это боезапас, понятно. Так, идем. Скольжение. Не, ну она прям веселенькая такая игра. Приятно играть. Прыгай на вертикальные поверхности, увитые плющом, чтобы забраться наверх. Окей. Есть. Получи, братан. Катаной по спине. Почешу тебе спинку катаной. Так, я так думаю, пистолет нужно беречь, патроны. Хоп. Круто. Круто. Devil May Cry. Кто играл, поймет, о чем я говорю. Очень похоже. Ух ты. Какой-то рывок. Ой! Есть. Нормально. Ух ты. Что это такое за джин? Ага, это какие-то камикадзе, походу, сейчас взрываться будет. Кугуцу. Так, я так понимаю, их подпускать нельзя. И что это такое? Очень приятное управление. Советую попробовать. Тем более, игра бесплатная. Найди, как добраться к глазу. Очень легко, легкая такая атмосфера, непринужденная. То есть ты играешь в нее просто по фану, не нужно напрягаться, там куда-то бегать, что-то думать. Просто рубишь всех подряд, убиваешь и получаешь удовольствие. Ух ты, брат. Так, идеально было бы все-таки 60 FPS, но имеем, что имеем, как говорится. И на том спасибо, что она бесплатная. Оу, так, окей. Давай еще раз. Есть. Ух ты. Ты уже какой-то дробовик. Прикольно. Круто. Очень приятно. Рубить их всех на куски. Никаких лагов, то есть оно никак не мешает. Эти 30 кадров, они никак не сковывают ваши движения. Спокойно можно играть и проходить ее. Вечерком зайти поиграть какой-то раз можно, в принципе. Так. Что-то пошло не так, да? Нужно было взять с собой парашют, но ты, конечно, даешь. Там приснилось, это реально такое было. По сравнению с тем драконом я был мухой, странным назойливым комаром. Да, они ужасно действуют на нервы, но что для человека комариный укус? Это у него какие-то флешбеки, походу. Этот дракон сметал все, что хоть как-то напоминало ему о древних. Все превращал технологии ЦИ в драконье говно. Крутой летающий город Зилы в драконье говно. Твоих братьев? Прости, конечно, но да, их тоже в драконье говно. Ладно, давайте пропустим. Так, окей. Ну, в принципе, я думаю, вердикт понятен, как. Было бы идеально, если было 60 кадров, но 30 тоже нормально. Игра бесплатная, красочная графика. Где не скажу, что эта графика прям какая-то супер классная. То есть, есть игры, которые идут 30 кадров, и там при разрешении 2К здесь нет.
Здесь люди просто не сильно парились в плане оптимизации. Мы сделали, наверное, интересный сеттинг, веселую какую-то музыку, эпические какие-то сражения. То есть, в принципе, игра прикольная. Кто любит игры подобного жанра, вам зайдет. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Есть очень много контента, связанного с играми. Делаю обзоры. А также вот начал проходить Atomic Heart, очень нашумевшую, недавно вышедшую игру. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!